Больше добра и полезных мероприятий. 26 января волонтеры Десногорска собрались вместе в Центре культуры и молодежной политики, чтобы расширить горизонты добровольчества и продумать мероприятия на год вперед. Ежегодный семинар «Практикум. Объединяйся и действуй» вернулся в Десногорск после годовой паузы в новом формате и в расширенном составе. К волонтерам Атомграда, школьным отрядам, добровольцам муниципального волонтерского штаба «Добро тут» и серебряным волонтерам присоединились друзья из соседних городов. 60 человек устроили мозговой штурм для планирования совместных ежемесячных мероприятий на весь 2022 год. Это, знаете, как собрать к себе в гости самых лучших друзей и поговорить о важном, о добре. О добре, которое мы можем сделать все вместе. Я уверена, что данные мероприятия, которые сейчас придумают команды, однозначно уйдут в город Рославль, который сегодня приехал к нам в гости, и в город Смоленск. И они также проведут эти мероприятия у себя уже на территории, и также их популяризируют среди своих каких-то отрядов, своих каких-то центров. И это получится очень большая, большая история, которая начнется в городе Десногорске. Добровольцы должны были решить, какие мероприятия или акции будут объединять их каждый месяц в рамках единого дня волонтера. Участники семинара по воле жребия разделились на 12 команд, каждая из которых отвечала за событийную наполненность определенного месяца. За 40 минут коллектив должен был продумать проект до мельчайших деталей. Планируем осуществить поход в детский дом, провести с детьми мероприятия, конкурс снеговиков, сделать номинации снеговиков. И также привлечь других людей, чтобы собрать игрушки, какие-нибудь небольшие подарочки для них и наградить их этими пожертвованиями других людей. Делимся идеями, которые мы можем не совершили в том году, будем совершать в этом. И мне кажется, это намного круче, когда не ты в одном отряде, а с другими. Ты можешь с идеями делиться, и это объемно больше, чем ты делаешь со своим отрядом, можно так сказать. По итогам семинара практикума был разработан единый план координации работы волонтерских отрядов. Единая площадка для общения позитивно настроенных и активно мыслящих людей помогает добровольцам освежить взгляд на окружающих и их нужды, перенять опыт единомышленников и вдохновиться на создание интересных и полезных проектов.